Создание учетной записи в системе – совершенно привычное дело. У большинства пользователей ПК она только одна и пересоздается только в случае полной переустановки системы. Хотя, конечно же, есть и пользователи, предпочитающие использовать аккаунт Microsoft для входа в систему, или которым сложно обойти это ограничение. Но что, если система будет содержать в себе 10 тысяч человек без Active Directory и прочих вещей? Все аккаунты буквально на одном ПК. В случае с Windows XP создание 10 тысяч пользователей никак не скажется на системе. Ну, почти. ОС начнет потреблять чуть большее количество памяти, а экран приветствия будет тратить больше времени на получение списка всех имеющихся аккаунтов. При этом вход в эти учетки будет таким же быстрым, как и всегда. В Windows 7 с этим начинаются уже куда большие проблемы. Экран входа просто не выдает список учетных записей. При этом он не является зависшим. Кнопки исправно нажимаются. Своего рода создается тупиковая ситуация. В современных версиях Windows такой проблемы уже нет. Любопытно даже спросить людей, заставших нулевые. Когда у вас был один ПК на всю семью, вам тоже делали отдельный аккаунт? Лично у меня, да. Подписывайтесь на канал и до следующего классического эксперимента.